Здравствуйте, уважаемые рыболовы, меня зовут Антон Дребенец. Сегодня я расскажу про вобер Акара RAF. Данный вобер длиной 90 мм, весом он 10 граммов, оснащен двумя тройниками, соответственно, фурнитура из заводных колец и нержавеющие петли стоят здесь. Значит, чем интересен данный вобер? Данный вобер твичевый, название его переводится как Йорш RAF. Форма лопасти сделана таким образом, крепление, что при атаке вобер все время отрабатывает вниз. Вниз, или если мы на рывке попали в колебание в бок, он немножко идет вниз и в сторону. Вот, соответственно, таким образом при частой проводке он идет до 1 метра. При частом рывке на проводке можно загонять его и глубже. Вот, скажем так, до 1,5 метра, если это необходимо. Вот, особенно если мы будем использовать там тонкие шнуры. Вот, а так рабочая глубина до 1 метра. Вот такая вот у него интересная игра. Рекомендуем мы использовать частый короткий рывок. Вот, не отпускать его, потому что, как показала практика, на такой проводке он показывает очень хорошие результаты. Цветовая гамма у него достаточно большая, от классических цветов, раздражающих. Есть вот такие вот расцветки, лимонно-оранжевые, полосатые, в зеленую полоску, в белую, в гальванику. Такие цвета изначально разрабатывались для ловли щуки, вот, но, как показала практика, опять же, на нее прекрасно ловится окунь. Вот, особенно летом, по теплой воде, осенью. Великолепно окунь реагирует на такие, казалось бы, щучьи окраски, вот, охотно их атакует. Вот, я рекомендую использовать на рыбалке воблер Акара RAF. Ловите, получайте от рыбалки удовольствие, рыбу по возможности отпускайте, берегите природу. Всего доброго, до свидания.